нашим расчетам, цель ракеты — восточное побережье. Под угрозой Белый дом. Мы восстановим его. Это не в первый раз. Потери? От 30 до 50 тысяч. В зависимости от места взрыва. Плюс отказ всей техники. А ведь вы нас предупреждали, генерал Шепард. Не будем о прошлом. Мы не можем оставить такой удар без ответа. И мы знаем имя виновного. Нужно добраться до Макарова. Даю вам полный карт-бланш, генерал. Задействуйте любые ресурсы. Картинку с твоей нашлемной камеры. Прием. Они просят посмотреть на темную сторону Земли. Где-то 15 градусов к востоку от правой батареи. Вот так. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? Прием. Хьюстон, МКС. Все окей, картинка четкая. Астра-1, следи за объектом. Сейчас разберемся, что тут такое. Хьюстон, у нас на сегодня стартов не запланировано? Хьюстон, МКС, подождите. Похоже, у нас проблема. Хьюстон, это МКС. Что вы... Светофора не горят. Ты только посмотри. Черт. Ладно, теперь мы должны объединиться с остальными. Капрал Дан на позиции. Есть.
стрелять буду! Эй, не стреляйте, я отзыв забыл! Я просто связной, не стреляйте! Правильный ответ, Техас, солдат. Что у тебя? Полковник маршал объявил сбор в точке Виски Хоутел. Вам надо идти на север. А ты куда собрался? Сообщите остальным, идите к Виски Хоутел. Ты все слышал, идем. Есть. Порядок. Прикрываю сзади. Понял. Могу стрелять, не вижу цели. Чендлер, иду! Так точно, приказ понял. Сзади! Розыскай пехоту на 12! Патроны курят! А, цель подтверждена! Это здание Эйзенхауэр. Белый дом на той стороне. Ведь нам надо именно туда. Так, проверь, он жив. Мы прикроем. Тихо. Вижу трех противников. Занимай позицию, только тихо. Позицию занял. Стреляй. Вперед. А как насчет тех ребят внутри? А что с ними? Я прикрою. Иди. Чисто. Я уж не знаю, что хуже, уворачиваться от падающих вертушек или мерзнуть тут на виду. Да, свои. Тихо. Я что-то заметил. Не знаю. Звезда. Прикрой меня. Звезда. Ну скажи, Техас, черт возьми. Скажи. На улице чисто. Выходим. Вперед. Иди за движение. Вперед. Мы на месте. Принято. Отставить разговоры. Рамирес, займись. Смотрите, какая печать. Я думал, президентский бункер под западным крылом. Тут просто для туристов. А тут, похоже, настоящий. Открывай.
настоящий он или нет, но он разрушен. Надеюсь, все выбрались. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке.
90 секунд до сброса. 90 секунд. Надо прорываться. В случае визуального обнаружения этого сигнала мы прекратим выполнение задачи. Уже 5-1. Всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Минута до сброса. Осталась минута. Живо, живо! Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. 30 секунд до сброса. 30 секунд. Скорее на крышу, бегом! На крышу, быстро! Передаю координаты. Шашки, ну! Всему свое время. Это была тяжелая неделя. Мы потеряли больше, чем рассчитывали. Мы восстановим силы. У нас карт-бланш. И мы сделаем все, чтобы убить Макарова. Кто бы что ни говорил, мы совсем не варвары. Мы не убиваем гражданских, бьем точно в цель. Этот преступник ушел в тень, но мы вытащим его на свет. Откроем его истинное лицо и будем сами писать историю, друзья. Для Макарова и его людей во всем мире остались только эти два убежища. Получается, нам нужно быть в двух местах сразу, сэр. Невозможно. У нас нет другого выхода. Шансы убить Макарова 50 на 50? Прайс, запроси разрешение взять логово вместе с Роучем. Разрешаю. Мы с Оупом возьмем кладбище в Афганистане. Хорошо. Мы отрежем им все пути к отступлению. Сегодня все закончится. Странно. Я думал, все закончилось еще вчера. Снайперы на позициях. Отряд вперед. Увидите Макарова, стреляйте. Вас понял. Вас понял. Вперед, вперед. Есть! Вызывайте подкрепление! Нужна еще пара вертушек для зачистки! Мы выходим
место! Вперед! Вперед! Озон, следи, чтобы никто не вышел через кухню. Вас понял. Кэр Кроу, доложить обстановку. Из подвала никто не выходил. Роуч, возьми Скэр Кроу и проверьте подвал. Зачистите его от неприятеля. Вперед! Наверху чисто! Вас понял! На верхнем чисто! В гостиной чисто! Противник на час! Этому бойцу нужен врач! Я тебя прикрываю, Роуч! Понял. Шепард, это Гоуст. Макарова не видно, повторяю, Макарова не видно. Капитан Прайс, какие успехи в Афганистане? Достаточно. Тут не меньше 50 стрелков, а вот Макарова нет. Может, разведка подвела? Скоро мы это исправим. Эта квартира просто золотая жила. Вас понял. Гоуст, пусть ваша команда соберет всю информацию. Имена, контакты, явки, все. Мы как раз этим и занимаемся, сэр. Макарову некуда бежать. Я приведу дополнительные силы для эвакуации. Время прибытия 5 минут. Соберите сведения. Конец связи. Роуч, подключись к компьютеру Макарова и начинай передачу данных. Озон, ты прикрываешь сзади. Я иду первым. Вперед. Иду. Оперативная группа, это Прайс. На кладбище прибыли еще люди Макарова. Соуп, прикрой меня. Я увожу вон того парня и с помощью его рации перехвачу их разговоры. Гоуст, мы притихнем на несколько минут. Удачи вам в России. Конец связи. Роуч, в подвале склад оружия. Советую запастись, пока есть возможность. Люди Макарова сделают все возможное, чтобы не дать нам уйти с этими данными. Надо защищать ЗУ до завершения передачи. Используйте все оружие. Устанавливайте взрывчатку. Занять оборонительные позиции. Вперед! Готов к атаке. Боевые вертолеты противника приближаются с северо-запада. Вас понял. Вертолеты противника приближаются с северо-запада. Мы прикрываем лужайку перед домом. Один готов. Иду к окнам. Пусть кто-нибудь заминирует дорогу и прикроет подход. Роуч, установи взрывчатку на дороге и возвращайся к дому. Противник уничтожен. Расчет РПГ двигается с юго-запада. Я на позиции. Вас понял. Расчет РПГ двигается с юго-запада. Вижу дополнительные силы противника. Двигаются в вашем направлении. Они у солнечных батарей на востоке у дома. Они идут у солнечных батарей на востоке у дома. Вас понял. Постараюсь их снять, когда пойдут между деревьями. Один готов. Используйте мины, если они у вас есть. Установите их на тропинку у дома на востоке. Огонь по своим! Двигается с востока.
Вас понял. Расчет РПГ двигается с востока. Меняю позицию. У вас не будет снайперской поддержки 30 секунд. Ждите. Они бросают больше сил к этому дому. На западную сторону. Они, наверное, у Эринга. Прикрывайте подход на западе. У окна гостиной РПГ 240-й и Л-86. Вас понял. Используйте их, чтобы уничтожить противника, когда он выйдет из-за деревьев. Вас понял, вижу его. Убейте его, пока... Готов. Большая группа противника. Они прорвались в периметр. Постараюсь разобраться с ними, пока они не подобрались слишком близко. Советую воспользоваться прицелами. Отбой. Противник уничтожен. Вас понял. Кем обеспечить прикрытие поля на юго-востоке? Вперед. Вижу, вот они, на поле к юго-востоку.
Прием, выходите на связь. Кто-нибудь меня слышит? Их нет, Соул. Шепард убил всех. Я пытаюсь к вам пробиться. Шепард нас предал. Предают тех, кто доверяет. Я никому не верю. Николай, прием, засек координаты. Да, я уже на подходе. Но я не один. С одной стороны люди Шепарда, с другой люди Макарова. Придется с ними разобраться. Или дай им перебить друг друга. Что ж, тогда до скорой встречи, мой друг.
я слетаю через минуту. Если хотите отсюда убраться, поторопитесь. Гоу, у нас мало времени. Николай нас полдня ждать не будет. Живее! Бейте по стрелку. У нас всего один пулемет. У них 1000. Мы даже не знаем, не солгал ли Макаров. Прайс? Нормальный человек не просыпается с мыслью о том, что сегодня последний день его жизни. Но я считаю, это роскошь, не проклятие. Знание, что смерть близка, дает свободу. Самое время свести счеты. Враг силен, нас мало. Мы на пределе, идем на верную смерть. Но камни и песок, за 1000 лет войны впитавшие столько крови, будут помнить нас за это. Потому что мы сами выбрали свой путь. И поверь, этот путь страшнее любого кошмара. У нас нет другого выхода. Мы должны это сделать. Мы его уничтожим. В точке эвакуации 3 часа. Не стоит. У меня билет в один конец, брат. Тогда желаю удачи. Соунг, впереди большая засветка. Пещера должна быть где-то рядом. Стоп. Вражеский патруль. Не стрелять! Пусть сперва разойдутся! Они расходятся! Отлично! Подождем! Похоже, сведения Макарова верны. Они расходятся! Отлично! Подождем! Этот код стоил цены, которая за него заплачена. Впереди Альфы! Путь по руслу свободен. Прием! Справа? Песчаная буря. Почти ничего не видно. Прием! Зулу! Двигаемся на восток вдоль каньона, к северу от дороги. Прием. Первый, убираем группу справа. Прямо под нами. Двое слева мои. По моей команде. 3, 2, 1. Как в прежние времена. Ладно. Теперь нам надо убрать другой отряд, пока эти не вернулись. Живее. Быстро вперед за остальными. У нас мало времени. Они вот-вот найдут тела. Нужно торопиться. Используй только оружие с глушителем, иначе нам всем крышка. Цепляйся здесь. Disable 4, Оксид. Доложите обстановку, прием. Disable 4, прием. Оксид. Вы на связи? Прием. Двери. Может, передатчик? Эй, у меня ничего не слышно с севера Disable 4. Может, передатчик барахлит? Внизу 2 противника. Стрелять. В нашу сторону идет патруль.
Уходим быстро. Пропусти их. Батчер 7, я Оксид. Мы потеряли контакт с Дисайплом 4. Вероятно, просто песчаная буря глушит сигнал. Отправьте людей, пусть проверят. Оксид, прием. Посылаю Винсона и Ламберта. Батчер 7, отбой. Убери курящего охранника или дождись как... Спокойной ночи. Поехали. Так, спокойно. В этом коридоре двое врагов. Пока не стреляйте, держитесь слева. Соуп, вниз по лестнице прямо по курсу. Два противника с фонарями. Беру на себя правого. По моей команде. Три, два, один. Пошел. Довольно близко. Вперед. Дисайпл 6. Дисайпл 5 не выходит на связь. Проверьте, что там. Прием. Тот, что на лестнице, мой. Вас понял, Оксид. Мы на мостике, движемся к котельной. Ждем указаний. Дисайпл 6, врывайтесь туда и устройте зачистку. Приготовься! Сейчас! Дверь заблокирована. Приготовься взломать. Бей! Вперед! Вперед! Снимите! Они здесь! Огонь! Позиции дружественных войск. Сэр, это всего в 100 метрах от вас. Это не предложение, а приказ. Вас понял. Огонь по цели вблизи дружественных позиций. Возьмем зодиаки. Слушаюсь, сэр.
Пять лет назад я за какие-то секунды потерял 30 тысяч человек. А этот дерьмовый мир просто наблюдал. Завтра. Завтра будет много добровольцев, много патриотов. Я знаю, ты понимаешь. Все, давай. Я думал, ты знаешь, на что идешь. Да все-таки это оно. Знаешь, ведь нас будут искать. Давай, надо помочь снова. Да, есть тут одно местечко.